Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня 18 ноября 2021 года. Снимаю видеоролик у себя на участке, Брестская область, Пинский район, деревня Мокрая Дубрава. В этом видеоролике хочу показать, как я хочу посадить у себя голубику на моем участке. Долго думал, сажать или не сажать, и вот решился. Поехал, закупил саженцы двухлеточки, подготовил посадочную траншею. Вот так вот все выглядит. В мешках привез опилки, которые 3 года уже перепревали в куче. Они такие темные, такие коричневые, как торф. Привез, чтобы замульчировать сверху, когда посажу в этот субстрат саженцы голубики, опилками сверху просто засыплю, сантиметров 10, наверное, сверху засыплю этими мешками с опилками. Сейчас еще расскажу вам о самом субстрате, который я делал. Пошел в лес, набрал елового опада, еловые, сосновые, главное, чтобы хвойный опад был. Выкопал яму глубиной 35-40 сантиметров, 10 сантиметров выложил этот еловый опад, потом высыпал опилки сантиметров, наверное, 10, и потом засыпал все это торфом. Все тщательно перемешал, и вот такой вот субстрат у меня получился для посадки голубики. Я сначала думал чисто в торф сажать, но потом нет у меня такой возможности, чтобы набраться очень много торфа, надо ехать далековато за ним, поэтому решил сделать такой субстрат. Я думаю, будет голубика нормально расти, как бы. В следующем году будет видно, когда уже начнет просыпаться после зимы, будет видно. Вот так вот выглядят сами саженцы. В таких вот контейнерах. Вот такой вот прирост. Прирост где-то сантиметров 40. На некоторых саженцах побольше, до 50 сантиметров прирост. Ряд у меня 20 метров и 20 кустов буду садить, 20 саженцев. Все, когда посажу, все сделаю уже, покажу вам результат. Все, всем спасибо за просмотр. Всем удачного дня, хорошего. Всем спасибо, всем пока. Вот так вот получилось у меня. Сделал такой рядочек. Вот моя голубика. Кустики голубики. Вот так красивенько получилось. Сделал такую небольшую гряду, она где-то на сантиметров 30 выше уровня земли. Вот такая вот горочка. И посредине посадил 20 саженцев голубики. Так что как-то так. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии, с радостью буду на них отвечать. Все, всем пока.